ожидаем противника, чтобы надрать ему жопу. Зайдар 2, а не один. Подписывайся на канал, ставь лайк. Не будь девочкой, конечно. Первый раз играю за Волда, то есть я реально не хотел за него играть, но решил попробовать. Думаю, почему бы, собственно, нет, надо всеми перчить. Что-то мне очень, если честно скажу вам, очень понравилась игра, и у меня даже есть теперь мысль, чтобы купить ее, возможно, даже на старте, но я не уверен, что я потяну, то есть, что мне хватит денег. Да, немного обидно быть бедным, но что поделать. Опа, опа. Волда, Волда, тяни Волда, чуть-чуть, один удар Волда. Еще два раунда, теперь. За Волду играть тяжело. Опа. Хорош. Да, вы можете играть в субботу и воскресенье, завтра последний день, к сожалению. И потом нам придется ждать аж до, не помню, 18 или 16, 16, по-моему, числа, то есть... Довольно долго. Суперсила, наверное. Будем знать. За Волда мне не нравится играть, честно скажу. Он какой-то... Он адски неудобный. Просто адски неудобный. И остальных, если идут бои на мечах, то у Волда идет какая-то хрена тень. Я решил, надо попробовать всех, кем я не сыграл. А это Волда, Зигфрид и Кошмар. Да. Все наоборот должны, да, типа любят Кошмара, Зигфрида, но я что-то не знаю. Не очень мне нравится Кошмар, Зигфрид и Волда. Собственно, сейчас мы как раз попытаемся за них и сыграть. Ой-ой-ой-ой, я прям открылся. Сказать, что за него тяжело играть, ничего не сказать. Прям против онлайн, против обычных соперников понятно, норм. Против онлайн чувака, да ладно, понятно. Второй раз, серьезно. Фиг ли у него вообще две атаки такие есть? Реально, я Волда должен быть щадящим. Знаете, за Волда мне не понравилось играть, честно скажу. Прямо, прям, естественно, мы поменяем персонажа. О, там скинулось все, что-то у меня, да. Так, я играл за Мицуруги, Таки, Макси, за Волда, за Софичию, за Айви, за Килика, за Ишимицу, за Синьхуа, кстати, пару раз играл, за Киру, за Соломеля, за Грох, Грох мой любимый. Какой персонаж? Собственно, остался Зигфрид и Кошмар. Окей, Зигфрид, так и Зигфрид. Почему бы нет? У него огромный меч, но... Не знаю, с огромным мечом не очень удобно. Вот очень четко играть за Гроха, за Ведьмака, за Ай... За всех, в принципе, кроме вот этих, наверное, трех. Хотя, не, ладно, Зигфрид и Кошмар, они еще более-менее нормальные. За Волда я просто не знаю. Ну, не мой, это перс просто. Знаете, если там будет ачивка, типа, пройдите все за Волда, там, мне такой... Пожалуй, нет. На самом деле, фиг знает, какая будет там, не знаю, платинка или какие ачивки будут вообще. Это, кстати, очень интересно, если нас не заставят проходить за какого-то определенного персонажа. А Лера пошла готовить мне какао и себе. Сейчас 11 ночи. 11 ночи, ребята, я должен был завтра пойти на работу, но... Начальник такой, нет, завтра я буду работать. Я такой, ладно, как я работаю? Он говорит, ну вот, типа, понедельник, вторник, может быть, среду. Короче, я такой, ну, окей. Окей, хотя бы так. Так, я... Зигфрид, да? Да-да-да, Зигфрид против Мицуру. О, будет тяжело, ребят. Фишка Зигфрида, то, что у него огромный меч и, собственно, размашистые атаки, но он медленный. Мицуруги, у него катана, и он быстрый. И очень хорошо, когда, наверное, два быстрых перса. Спасибо тебе. Итак, погнали, ребята. Блин, опа.
Опа, ой-ой-ой, какой за них. Увидели, наверное. Если нет, то поверьте на слово. Прям дико за... А так можно вообще? С зависами таким. Да подождите. Блин, он такой медленный, господи. Прямо вообще, ребят. Ой-ой, я промотал. Ну ладно, фиг с ним. Так даже... Быстрее, быстрее. Давай-давай. Бум, да ладно. Спасибо, Лер. Смотри, какой эпичность происходит. Посмотри на экран. Смотри, смотри. Смотри, смотри, смотри. Получилось, получилось. Бум. Хорош. Собственно, супер удар. Е-е-е, попали, ребят. Сикрис, кстати, не такой плохой, но Бесуруй, конечно, явно быстрее и удобнее будет. Он, тот же Сикрис, он сложнее сам по себе. О, да ладно, я попал. Чего у меня две атаки, а у меня одна? Я вообще не понимаю. Просто ушатали его. Ладно, все честно, теперь попробуем за кошмара сыграть и, собственно, за нормальных людей. Ну, как мне хочется попробовать заешевиться, не знаю почему, просто. Почему бы нет? Играется очень живо и весело. Поэтому кошмар, почему бы не кошмар. Фу-ху-ху. За нас. Вкусно. Тем временем, найден противник, и мы подключаемся к нему. Так, кошмар против Макси. Ууу, что-то мне прям не везет. Медленные персы против быстрых, это все время жестко. Большие персы, они и снимают больше, но они очень медленные. Ну, вы поймете сейчас. Меч, утоли свою жажду. Отлично, ты не лучше других. Мне больше нравятся, конечно, быстрые персы. Поэтому медленных персов я не сильно понимаю. Хотя, понятно, что тот же Кошмар и Зигфрид — это основные персы, как бы. У Кошмара играется резвее, то есть он медленный вроде перс, но довольно быстрый, кстати говоря, по сравнению с Зигфридом. Смотрите, я прям моментально замочил Макси. Вы знаете, без проблем. Ну, что дальше будет? Во-во, что это за... Я не знаю, что я сделал, ребят. Это, наверное, супер-удар, скорее всего. Окей. Да почему? Мне прям очень нравится Soul Calibur, вот этот особенно. Прямо реально шикарный и очень отличается от пятой части, четвертой, третьей. Второй тем более и первый. Самая лучшая часть
По мне это четвертая была, ну, лично для меня. Третья тоже прикольная, но третья многие считают лучшей частью, но для меня четвертая лучше. Пятая самая беспонтовая. А, судя по демке, я вижу, что шестая будет одной из лучших частей. Сейчас я вам скажу, так что не забрасывайте, а поддерживайте ее. Это, возможно, мы не увидим новую часть. Блин, Кошмара прям шикарно играть, слушайте, он такой в меру и быстрый. Всё, что ли? Мне понравилось играть, но хотя быстро, а вот Зигфрид, он очень медленный, он прям... Вот Зигфрид это прям точно не мой перс. Так, смотрим, что назначен. Зигфрид. Всеми остальными я играл. Меньше всего я играл Тиры за Соломелем. Не знаю почему, просто... Хотя нет, сам... Меньше всего получается Зигфрид, естественно, Кошмара и Волна, но Волна прям чист не мой перс. И Шумицу прикольный, но им жестко играть. Попробуем им. Чего бы нет? Да, я один, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, все такое. Так, с кем я дерусь, я не вижу, я отошел. Шумицу versus Волда, о, это будет весело. Горячий какао. Арена шикарная. Графика шикарная. It's so cool, it's so cool. Let's go. Сделали рук, да? Шумицу явно лучше в этой компании. Ну такой бой фриков прям вообще. Ну знаете, если вы этого ожидали, то ставьте лайк. Да ладно, он мне ушатал. Серьезно? Да ладно, Ешемица, блин. В смысле, Волла, что ты делаешь, прекрати. Блин, побеждает. В этих суперударах. Не, ну вот эти вот моменты, которые они сделали именно в этой части, они сделаны прям шикарно. Они отличают от всех предыдущих, естественно, частей. Блин, он так непривычно играть, я вообще не представляю, что он будет делать в следующую секунду. Просто раз, это у меня отошло. Это не помешало мне. О, да ладно, чё я смог? Хо-хо-хо. Питал его душу, что произошло. Уклонился и... Ну, да, что-то впитал. Суперудар, ну давай. Ну, как делать суперудар у него? Суперудар. Да, получилось. Внизер 2. По крайней мере, я сейчас нажал. Где? Yeah, я ему что-то сломал. Труселя, походу. Да-да-да, есть. Ешемицу. Вот и ловились. Т. Гарно. Реванш, пожалуй, нет. И русский, он из Англии, походу. Ингон, наверное.
Так, персонаж. Давайте теперь нормальный быть. Давайте Айви. Я мало играл, но она прикольная. Ну, именно в эту часть мало играл, естественно. Помню, четвертую часть там за всех играл до себя. За тебя. Маленький скромный лирок. Ави versus Волда. Что-то все стали Волда пытаться играть. Вот новый статус выбить, типа дерусь для потехи. Тут нету ни статуса, ничего, к сожалению. Обидно. Believe in your power and this place shall be your grave. Если оборвет, то я не получу. Волда. Волда какой, знаешь, пародия на Айви, я бы сказал. Какая-то мужская. Ух ты, я ему что-то сразу сломал. Прикиньте, одним ударом. Удачно ударил, то есть. Опа, нолик. Спойлеры, я ударил на нолик, а теперь на... Ой-ой. Супер-удар. Да, супер-удар. Если ты делаешь влево R2, то это какой-то мега-режим. Бум-бум-бум. Вот. О, сломал ему еще что-то. Чёрфик, посидеть. Мне нужно понять, как делать вперед удар. Этот. И не этот. Вот. Ага. Хочется попробовать новый приема, но нет. Супер удар. О, жестко. Что такое Волда, вот интересно вообще. Это мазохист или что это вообще? Реально, я мало понял одну историю, но интересно было бы узнать. Олег. Жесткий, эпичный матч, да размяться. Это я, наверное, закончу видео, ребят. Ничего личного. Просто бизнес. Ух ты. Жестко, жестко. Подписывайтесь на канал, поставьте лайк, пока я распространите это видео. Будьте девочками. На, в ответочку. Сейчас наступим на него. Мне кажется, мне даже это понравилось. И по его виду. Есть. И Айви побеждает. Вот так вот. Мы жизни нет, возврат. Йоу, ты дорогая, нет. Подписывайтесь, ставь лайк, если понравилось это видео. И